Здравия желаю. Подготавливаем к запуску. Значит, подготовил два мотора. Так, сейчас. Два мотора. Это на 200, это на 420. Это у нас мотор, который будет крутить, ведущий. А это мотор-генератор. И к нему батарейка вот. Генерировать будет еще катушка там, обмотка от этой батарейки. Так. На пробу, значит, 6 лампочек вон повесил. Так. Вот реле уже готово, видите, пришлось. Это реле горело, почему я долго не запускал эту систему. Сейчас вот приспособился, вот твердотельное реле поставил. Отсюда, значит, припаял. То есть, это вот слабое реле, а тут вот твердое. Ну тут часов нету, поэтому часы отсюда идут. Вот. И вот второе еще не подготовлено. Вот второе. Завтра будет лежать. Питание будет под постоянки. Вот. Тут на 100 сейчас. На 100 будем для начала запускать. Потом, возможно, на полную, на 200. Так. Вот такое вот. Далее. Покажем вам себе и вам схемку, как это все будет работать. Вот он указан. Смысл. Значит, батарея будет с инвертором. Будет выдавать 100 ватт, 100 вольт. А раз мотор на 200, то он и берет при 100 вольтах 100 ватт примерно. 97 даже я мерил. 97. Дальше. Тут реле стоит. Открыто, но 0,1 секунда будет открыто. Ну, уже пробовал. Одно пробовал. А тут, так, открыто, да. И вот запускаем, это все пошло. Тут стоит вал, как вы видели. Два ротовертера спаяны вместе. И вот это генератор. Дальше. Значит, тут включаем. Открылось. Тут вот оно. 100 ватт тратится, выходит. Тут 0. Так как в этот момент здесь открылось, здесь второе реле, здесь закрыто. Тут 0. Дальше. Так 2 идет. Здесь закрывается, так, а здесь открывается, пошло. Здесь выдает 300 ватт, так, а здесь 0. Что получаем в итоге? Значит, первый раз, первый такт, 100 ватт потребления здесь. Здесь 0 на эту систему. Второй такт. Здесь 0, здесь 300. То есть получается у нас плюс 200. Или 100. 100 тратим, 300 выдает при такой схеме. Понял, да? Ну вот все на этом.